Душевные речевки, сердечные открытки и добрые детские улыбки. Таким неожиданным поворотом был для некоторых водителей в этот день остановка по требованию госавтоинспекторов. Воспитанники 22-го детского сада из отряда юных инспекторов дорожного движения присоединились к всероссийской акции «Пристегнись, Россия». Напоминание о соблюдении правил дорожного движения, звучавшее из детских уст, водители воспринимали с улыбкой, обещаниями не отступать от буквы закона и с ответными пожеланиями малышам расти здоровыми и счастливыми. А в преддверии Дня матери водители-женщины дополнительно получали в подарок трогательные самодельные открытки, каждая из которых была подписана такими важными для всех словами «Мама, всегда возвращайся домой». Во всех общеобразовательных учреждениях и в школах, и в детских садах будут проводиться различные мероприятия, направленные на охрану материнства и детства, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием будущих и молодых матерей. Также детей младшего возраста, в том числе, будут проводиться мероприятия, предусмотренные всероссийских социальных компаний «Автокресло детям» и «Пристегнись, Россия».